8 тонн гуманитарной помощи доставили российские военнослужащие жителям города Балаклея Харьковской области Украины. Там были продукты первой необходимости, детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, бутилированная питьевая вода. Безопасность передвижения колонны грузовиков с гуманитаркой обеспечили российские войска. Следует сказать, что из-за непрекращающихся обстрелов артиллерии вооруженных сил Украины, мирные жители зачастую вместе с маленькими детьми вынуждены скрываться в подвалах, бомбоубежищах и самодельных укрытиях. Из-за обстрелов они не могут выйти на улицу, чтобы раздобыть продукты питания, воду и другие жизненно важные вещи. Конечно, мирные жители остались благодарны российским военнослужащим за оказанную помощь. А в Мелитополе наши военные разыскали и вернули жителям города автомобиль, который изъяли у них националисты. Комендатура города Мелитополя возвращает автомобили законным владельцам, которые были отобраны территориальной обороной, сформированной украинской властью. Данные автомобили забирались под видом военнослужащих, на нее наносились наши специальные опознавательные знаки. И сегодня комендатура возвращает данные автомобили законным владельцам. Ну, сын отвез семью в Геническое, возвращался назад, и в него забрали. Не объяснили ничего, просто высадили его, сумку отдали с вещами и все. Вот это да, вот наш Mercedes-Benz Sprinter, это сын автобус. Он, ну как, существовал для работы. Он кормил семью, работал. Украинские вояки на автомобиле нанесли краской опознавательные знаки, которые наши бойцы используют для маркировки своей техники. Видимо, хотели использовать их для провокации, для диверсии против мирных жителей и российского воинского контингента. Возможно, для попытки бегства из зоны проведения специальной военной операции. Не получилось. Российские военные продолжают оказывать помощь жителям города, пострадавшим от произвола украинских националистов.